Здравствуйте, ребята, всем привет. Фроган, тебе огромный привет от меня. Значит, вот у меня в руках ПСРМ 255 с 66 года выпуска. И хочу через хрон попробовать. Пульки у нас GSB 0,47 грамма. 0,47 грамма GSB. Вот пульки наши. Сегодня ветерок, так что не будем через, ну, я имею в виду, ай-ка, дай, вот здесь снимай, вот. Поближе, поближе бери. Ай, цифры друга мучитесь. It shows, don't worry. 185 метров в секунду. 185. Это первый выстрел. Пошел второй. Сто восемьдесят девять. Дуплет. Дуплет. То же самое. Да блин, да вообще обжарка, мужчина, вон да. А если да учили камера и кидан, да? Миди, миди, кидай, 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 хру. Вот, вот так вот, вот. Этот хрон чуть-чуть подвинем, чтобы прямо он хуярил. Четвертый. 186. Бенгули, вот что-то укоротил, пуч хорошо. Ну, тут у нас двоечники присутствуют. Задают глупых вопросов. Ой, блядь, я... Пятый выстрел, 182. Короче. Короче, ребята, ПСРМ 255. Ну, 180 метров он стопудово дает нам. Пульками 0,47 грамма GSB. Вот и все.